коридор, который Европа-Запад и Китай увязан также с нашим логистическим центром. Мы отмечаем, что мы ни на один день не останавливали строительство нашего транспортного коридора автомобильного. И на сегодняшний день мы очень близки к тому, что в 2020 году, возможно, этот участок уже, значит, если будет принято решение госкорпорации, значит, может заработать на участке от Китая до именно нашего логистического центра. И в перспективе он может стать центром по переработке грузов из Китая для того, чтобы разгрузить московский весь транспортно-логистический узел и узел Санкт-Петербурга. Создание конкурентных преимуществ для привлечения сюда инвестиций на развитие нового производства, потому что на сегодняшний день логистический